Щелковские инспекторы провели очередное профилактическое мероприятие, направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. В период летних каникул число дорожно-транспортных происшествий с участием детей значительно возрастает. Чтобы привлечь внимание к проблеме как взрослых, так и детей, сотрудники Щелковской госавтоинспекции регулярно проводят профилактические мероприятия пропагандистского характера в торговых центрах и местах притяжения горожан. В ходе них детям напоминают о правилах безопасного поведения на дорогах, раздают информационные буклеты и светоотражающие браслеты. Основной целью данных мероприятий является информирование участников дорожного движения, родителей в частности, о необходимости соблюдения требований детской безопасности.